В рамках проекта «Новая школа» одинцовские единороссы посетили детский сад номер 65 и проверили качество проводимых ремонтных работ. Здесь пройдет капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, проведут замену окон и входных дверей, отремонтируют пищеблок и музыкальный зал. Сейчас готовность объекта составляет около 30%. Партийцы также осмотрели детский сад номер 57, где также ведется капремонт систем водоснабжения, а еще ремонт системы отопления, канализации и ливневки. В здании обновят медицинский блок, санузел, потолок в пищеблоке, входные группы, цоколь и отмостки. Сейчас работы выполнены примерно на 40%. Работы планируется завершить к началу учебного года.